Здравствуйте, присаживайтесь. Благодарю. Итак, позвольте мне представиться. Меня зовут Джулия Патти, мне 28, и вот мое резюме. Хорошо, расскажите о ваших навыках. Мои навыки, я думаю, я очень пунктуальный человек, и у меня прекрасные навыки межличностного общения. Как интересно. Расскажите мне побольше об опыте вашей предыдущей работы. Так, я уже 5 лет работаю в LD Management. Там я открыла очень многое для себя, было весьма интересно. Для меня менеджмент очень важная вещь. Это стало моей страстью. Еще я говорю на испанском. И с тех пор я имею некоторый опыт в корпоративном бизнесе, и я действительно считаю, что смогу справиться. Ага, еще та конфетка. Что, простите? Я лишь сказал, что у нас много вкусного в буфете. Конфет. А, да, я видела ваш буфет на вашем сайте. Думаю, это замечательное место в вашей компании. Что-то здесь жарко, не возражайте, если я сниму? Нет, пожалуйста, все нормально. А, еще я занимаюсь спортом. Да, я вижу. Мне это очень нравится. Это прекрасный способ снять напряжение, стресс. Спорт – это все, что... Вы в порядке? Да, тут просто муха летает. Вы вроде еще член какого-то товарищества, так? Да, точно. Я состою в ассоциации чирлидеров. Что с вашими пальцами? Простите, у меня просто судороги, пришлось немножко размять их. Оклад, который мы предлагаем, 5000 евро в месяц. Что думаете? Знаете, если честно говоря, я на эту работу не за денег устраиваюсь. Для меня важнее человеческие отношения и новый опыт. Думаю, вы могли бы справиться с этой работой. Так что вот что я вам скажу. Добро пожаловать в нашу компанию. Отлично, спасибо большое. Не знаю, что сказать. Я очень рада. Думаю, вы будете очень тепло приняты нашими сотрудниками. Я говорила, что очень ответственная, исполнительная и почтительная. Вы не будете разочарованы. Прекрасно, тогда до скорой встречи, босс. Фото. Что, простите? Фото. Фото, не забудьте завтра фото для вашего пропуска. Да, конечно. До свидания. До свидания. Yes!